Была информация, что Лукашенко вот сейчас предложит снова Минск, новые минские договоренности. Лукашенко здесь вообще ни при чем. Вы должны понимать, что Лукашенко организовал эту площадку. Лукашенко в этих переговорах, скажем так, не посредник, не участник, никто. Еще раз говорю, что Лукашенко никакого участия в переговорах между Украиной и Россией не брал.